Сегодня президент Южной Кореи заявил о введении в стране чрезвычайного положения, военного положения. Посмотрите, как это было. Он связал это с северокорейской угрозой, значит, что есть пособники Северной Кореи, Южной Кореи, и обвинил фактически в этом оппозицию, так сказать, демократическая партия. В ответ на это лидер этой демократической партии, как бы главный оппозиционер Кореи, заявил о том, что президент теперь нелегитимен, что он, значит, теперь предатель, что солдаты не должны исполнять его приказ. Ну, в общем, посмотрите. Юнсагель 대통령이 비상계엄을 선포했습니다. 비상계엄을 선포할 아무런 이유가 없습니다. 군대가 이 나라를 통치하게 내버려 둘 수는 없습니다. 검찰에 의한 이 폭력적 지배도 부족해서 총칼을 든 무장 군인들이 이 나라를 지배하려고 합니다. 그리고 국군 장병 여러분, 여러분에게 명령을 내릴 수 있는 것은 오로지 국민뿐입니다. 윤석열 대통령은 국민을 배반했습니다. 윤석열 대통령의 불법적인 비상계엄 선포는 무효입니다. 지금 이 순간부터 Юнсагель 대통령은 대한민국 대통령이 아닙니다. После этого собрался парламент Южной Кореи. Ну как собрался? Их там, значит, депутатов сначала силовики пытались не пустить. Посмотрите. Вообще на улицах Сеула появилась военная техника. В небе Сеула военные вертолеты. Ну, в общем, вы представляете атмосферу. Но все-таки собрался парламент и проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. 190명 네, 투표했고 190명이 찬성을 했습니다. 비상계엄 해제 요구안 표결드리겠습니다. Спикер после этого парламента призвал военных, значит, вернуться на места дислокации и, значит, не исполнять приказы президента. Появляется информация, что какие-то силовики из-под парламента и вообще уходят из города. При этом Министерство обороны Кореи заявило, что они продолжат исполнять указ президента и, значит, ничего не отменено. В общем, явно там, политическая борьба в Корее вышла за рамки демократической процедуры. И сейчас идет борьба за власть между действующим президентом и оппозицией. Но тут такой момент, явно оппозицию поддерживает большинство в парламенте. То есть фактически это такое, знаете, столкновение президента и парламента. Когда-то такое было в Рашке, когда она еще там что-то... на какую-то демократию была похожа, то помните 93-й год, да, там расстрел Белого дома, Ельцин, и их тогда там парламент и все остальное. Что-то в таком роде происходит сейчас. Все решит в данной, в такой ситуации, все решит общество и человек с ружьем, то есть куда пойдут военные, как будет дальше реагировать общество в Корее. Для нас в этом, конечно, всем ничего хорошего нет. Ну, во-первых, вот эта демократическая партия, которая оппозиция, и которая как бы, ну, собственно, схлестнулась сейчас с президентом, она выступала против, она и блокировала поддержку Украины военную, она же как бы за сближение и деэскалацию с Северной Кореей, ее лидеры обвиняют в связях с Китаем. Тут, конечно, все это без Китая, мягко скажем, не обошлось, это точно. Это первая для нас не очень хорошая новость. Вторая не очень хорошая новость для нас в том, что
Конечно, ну, Южная Корея в любом случае погружается в какой-то хаос. Военное положение там не вводилось 44 года, с 1980 года. Во время 80-х годов был военный переворот, и вот тогда вводилось военное положение. Демократия в Южной Корее сейчас трещит по швам, а Южная Корея — это важная страна и в мировом смысле, ну а для нас особенно имеет значение. Только туда недавно поехал Умеров, недаром говорю, что его надо увольнять, министр обороны Украины, да поехал, посмотрите. Ну, конечно, это не наш, не дело не в украинском министре обороны, но очевидно, что Украина, учитывая, что Путин привлекает Северную Корею активно, для нас появилось окно возможности активно начать работать с Южной Кореей, тем более это очень серьезный производитель вооружений, вообще очень развитая экономически и технологически страна. Но вот, к сожалению, есть риски того, что сейчас мы можем это потерять. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, но посмотрите, что творится в мире. Ответ на это все только один. Только быть самим сильными, только рассчитывать на себя. Вот просто других вариантов, друзья, просто нет. Держим строй, слежу дальше за развитием событий.